Ежегодно в Анапе в целях борьбы с незаконным оборотом наркотиков проводится оперативно-профилактическая операция «МАК». Однако название данного мероприятия вовсе не означает, что наркополицейские борются только лишь с МАКом. В рамках МАКа под пристальным вниманием находятся любые наркотики растительного происхождения. Служащие пограничного управления ФСБ России совместно с представителями администрации Первомайского сельского округа провели очередное рейдовое мероприятие в районе сельского округа Джигинка. В результате на площади 3200 квадратных метров обнаружили уничтожили 1800 кустов конопли. Вес уничтоженных наркосодержащих растений составил около 210 килограмм. Целью данной оперативно-профилактической операции является недопущение попадания в незаконный оборот дикорастущих наркосодержащих растений. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к жителям города-курорта, кому-либо, если что известно о фактах произрастания наркосодержащих растений, как дикорастущих, так и культивируемых, сообщать в адрес отдела по городу Анапа по телефону доверия 548-95. Телефон доверия службы наркоконтроля работает круглосуточно. Из борьбы с наркодельцами можно выйти победителем только сообща. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа регион.